Вот уже 8-й год подряд проходит фестиваль «Победа жизни». Это мероприятие, на котором можно узнать, как здорово, а главное, здорово провести свободное время. Давайте узнаем! В воскресенье на центральной площади города Одинцово было многолюдно. Здесь прошел масштабный ежегодный спортивно-развлекательный фестиваль «Победа жизни». На 30 различных площадках, которые могли посетить все желающие, дети, молодежь, люди постарше, наглядно демонстрировалось, что досуг может быть современным, интересным и, самое главное, трезвым. Несмотря на дождь, плохую погоду, все площадки наполнены, большая активность. И это очень круто, здорово. Настоящий восторг вызвал брейк-данс баттл. Гости фестиваля с огромным интересом наблюдали за соревнованиями по стритболу, киберспорту, воркауту. Тут играла интеллектуальная борьба, то есть нужно было рассчитать свои силы на последнее препятствие, чтобы пройти его, потому что оно давало максимальное количество баллов. И мне удалось рассчитать силы и пройти все препятствия. Параллельно работали военно-патриотическая площадка и выставка тюнингованных машин, собравшие любителей истории и техники. Новинками в этом году стали такие площадки, как лектории, бьюти-зона, а также зона экологии и VR-экскурсии. Организаторы фестиваля ведут и активно пропагандируют здоровый образ жизни. По их словам, количество участников с каждым годом только растет. Современные молодые люди стремятся быть активными и здоровыми. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Всем спорт! Ура! Yeah!